Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Lexus ES 2015 года выпуска. Объем 2,5 литра 4G RF SE. Пробег двигателя составляет 46 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Имеется дефект масляного поддона. Других дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.